знаете, я вот уже был исполнительным директором многих организационных комитетов соревнований по легкой атлетике в России, включая чемпионат мира в Москве. И каждый раз, когда заканчивается соревнование, есть какое-то неудовлетворенность, какое-то ощущение что-то не сделанного, недоделанного. Вот первый раз, честное слово, первый раз вот в моей жизни у меня есть удовлетворение. Я доволен. Мы практически реализовали все, что задумали вместе с республикой, с городом. И это действительно получился праздник. Подтверждением тому является и следующий год. Мы будем проводить здесь командный чемпионат мира по спортивной ходьбе. И такое же соревнование будет и в 2018 году.